благоустройство дворов было и остается одним из важных направлений работы. Так, по адресу Эгерский бульвар 7 состоялась общественная приемка дворовой территории. По данному объекту включены следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, устройство люков. Также дополнительно отремонтировали электрические сети на этой территории. Ремонт и благоустройство дворов в Чебоксарах производится по двум подпрограммам. Это безопасные и качественные автомобильные дороги и благоустройство дворовых и общественных территорий Чувашской Республики. Приемка состоялась с участием жителей, представителей администрации города и депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов. Проект стоил более 10 миллионов рублей. Здесь были полностью сделаны все подъезды, тротуары, бордюры, места для стоянки автомобилей и места для контейнеров. Вы видите, что здесь появились новые тротуары, которые соединяют все части двора вместе с собой, не только по объездной, но и напрямик. Здесь сделано было комплексное переоборудование всей энергосиловой системы, полностью от тупиковых подстанций до домов, до вводов домов, все положены новые электроснабжающие электрические кабели. И, в принципе, дальше эту работу будем продолжать по поводу освещения. Единственное, что осталось, только вот, как вы видите, не успели с площадкой под контейнеры. Она сейчас находится, засыхает бетон. И часть мусора скопилась, которую тоже вывезем в ближайшее время. Все территории для благоустройства определены и отобраны общественными комиссиями при управах районов города Чебоксары, согласованы с главным архитектором Чувашской Республики и прошли экспертизу проверки сметной стоимости. Также по просьбе жителей была расширена зона для парковки автомобилей и построены пешеходные дорожки. Без наших избирателей, без наших жителей нашего города мы никогда одни не сможем сделать наш город лучше, благоустроеннее и красиво. Только совместно, когда имеется обратная связь, когда имеется взаимодействие между представителями органов государственной власти, исполнительной, законодательной власти, неравнодушных жителей. Понятно, что активных граждан, которые проживают в домах, и, естественно, управляющих компаний. Вся эта связь существует, она работает, и, как правильно сказал Евгений Николаевич, прием граждан мы ведем, со всеми вопросами можно обращаться к нам, как к депутатам. Также необходим контроль за деятельностью подрядной организации, чтобы все работы были выполнены качественно и в положенный срок. Пешеходные дорожки были выполнены, проезжая часть, замена бортовых камней, также поребликов. Было фрезерование, выравнивание, чтобы луж не стояла во дворе, профиль дороги и, соответственно, укладка асфальтобетона. Как всегда, очень важно найти общий язык с жителями. И здесь у нас, я говорю, вот эту детскую площадку надо организовывать тоже, да, обязательно надо для детей. Потому что здесь у нас школа, эту школу открывала моя дочь в 1973 году. Новый дом перешли, школу открывали, все. И вот это надо благоустроить двор, детские площадки, там все. Как попало там, чтобы не катались. И еще около домов, мы люди старые, пожилые, и сумками идем, надо обязательно скамейки. По всем интересующим вопросам можно писать на портал «Открытый город» или записаться на личный прием в Чебоксарское городское собрание депутатов. Елена Яковлева, Антон Небытов, житель столицы.